Итак, товарищи бойцы, правила вы все знаете, мы должны отстаивать честь государя. Он нас прикормил, мы должны ему ответить тем же. Итак, по инструктажу. Каждый из вас уже взял его фотографию себе в бумажник положил? Да. Вот и здорово. А теперь слушай внимательно и запоминай. Если вдруг на демонстрации увидите пластиковый стаканчик, бутылку, упаси бог, пластиковую вилку, воздушный шарик, кубик Рубик, резиновую перчатку, не дай бог школьник 12-летний с портфелем пройдет. Вы знаете, все, что представляет нашему здоровью опасность, ломайте. Ломайте и скручивайте. Ну и на крайняк, если что-то не работает, всегда можно подкинуть наркоту. Помним, да? Кстати, про наркоту. Доставайте свои пакетики, я вам сейчас ее раздам.